Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена. Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». В этом видео я хочу вам показать мастер-класс по вязанию очень легкого, красивого, ажурного узора, связанного крючком. Данным узором можно связать из тонкой пряжи от 240 до 300 метров в 50 грамм топ, летнюю кофточку, либо кардиган, летний кардиган. Узор вяжется очень быстро, легко, он легок в исполнении. Вязать я буду вот по этой схеме. Схема в конце видео. А также другие схемы для того, чтобы вам было удобно выполнить закругление горловины и связать окат рукава. Вот такой узор мы будем с вами сегодня вязать. Потрясающе красивый, а самое главное, вяжется очень легко, быстро. И свяжете вы изделие с большим удовольствием. Давайте приступим к вязанию. Вязать узор я буду из пряжи коко, цвет коралл, состав 100% мерсеризованный хлопок, 50 грамм, 240 метров. Крючок номер 2. Набрала цепочку из воздушных петелек и приступаю к вязанию первого ряда. 4. Вязать будем по этой схеме. Первый ряд 4 воздушных петельки подъема берем из цепочки. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. Пропускаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 воздушных петелек из цепочки. И в седьмую петельку провязываем один пышный столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, второй пышный столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Пропускаем 6 воздушных петелек цепочки и в седьмую провязываем веерок. Из 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петельки, 5 столбиков с одним накидом. Пропускаем 6 воздушных петель к цепочке. В седьмую ввязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки и еще 2 столбика с одним накидом. Таким же образом провязываем второй по счету веерочек. Я буду вязать ширину 3 по 3 вот таких веерочка и в начале и в конце ряда по половине. 4 петельки из цепочки берем, отсчитываем и в пятую петельку цепочки вывязываем 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. 2 воздушных петельки. Пропускаем 6 петель к цепочке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в седьмую провязываем пышный столбик, состоящий из 2 столбиков с одним накидом неполных. Таким образом провязали пышный столбик. 2 воздушные петли. Провязываем еще один пышный столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки. Пропускаем из цепочки 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую вяжем веерочек. 1, 2, 3, 4, 5. Две воздушные петельки, веерочек из 5 столбиков с одним накидом, далее вяжем 4, 5, 2 воздушные петельки, 6 петелек цепочки пропускаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, седьмую вяжем один пышный столбик с одним накидом.
между пышными столбиками провязываем 2 воздушные петельки, еще один воздушный столбик с одним накидом. Провязали мы один раппорт. Приступаем к вязанию второго раппорта. Я буду вязать до конца ряда 3 таких вот раппорта. Веерочек и один пышный столбик. Заканчиваем вязать первый ряд. В одну петельку провязываем 5 столбиков с одним накидом, 1 воздушная петля и 1 столбик с одним накидом. Приступаем к вязанию второго ряда. 4 воздушных петельки подъема, 4 столбика с одним накидом в арочку из цепочки с одной воздушной петелькой, 2 воздушных петельки, 1 пышный столбик, 2 воздушных петельки, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, 1 пышный столбик, 2 воздушных петельки, провязываем веерочек, 4 столбика с одним накидом, 2 воздушных петли, 4 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. И далее повторяем вязать таким образом следующие раппорты. Приступаем к вязанию второго ряда. 4 петельки подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. Провязываю 4 столбика с одним накидом. 4. 2 воздушные петельки. 1 пышный столбик в арку из цепочки из 2 воздушных петелек, 2 воздушных петельки, 1 столбик с одним накидом в эту же арку, 2 воздушные петельки, 1 пышный столбик из 2 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петельки. Провязываем веерочек из 4 столбиков с одним накидом. Две воздушные петельки. Веерочек из 4 столбиков с одним накидом. Такая вот у нас ракушечка получилась. Таким же образом мы провязываем... Далее еще вот 2 раппорта я должна провязать. 2 воздушных петельки, 1 столбик, пышный столбик, 2 воздушные петельки, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, 1 пышный столбик, 2 воздушные петельки, веерочек из 4 столбиков с одним накидом, 4 столбика провязала с одним накидом, 2 воздушные петли, 4 столбика с одним накидом провязываем. Получилась у нас такая ракушечка. Далее продолжаем вязание аналогичным способом. Довязала я до конца второй ряд вот таким образом. Получился, выглядит образец. Приступаем к вязанию третьего ряда. 4 петельки подъема. Разворачиваем вязание на другую сторону. 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки. В арочку из цепочек провязываем 1 пышный столбик с одним накидом. Две воздушные петельки. В основание столбика с одним накидом провязываем столбик, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, еще один столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки и в арку из цепочек провязываем 1 пышный столбик, состоящий из 2 столбиков с одним накидом.
2 воздушных петельки, провязываем веерочек, состоящий из 3 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петельки, веерочек из 3 столбиков с одним накидом. У нас получилась ракушечка из 6 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петли. В арку провязываем 1 пышный столбик, состоящий из 2 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петельки. В основание столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, еще 1 столбик с одним накидом. Получилась у нас галочка. 2 воздушных петельки. В арку цепочки провязываем 1 столбик, пышный столбик, состоящий из 2 столбиков с одним накидом. Провязали 1 раппорт. Вот у нас первый раппорт. Сейчас приступаем к вязанию второго раппорта. 2 воздушных петельки, ракушечку из 3 столбиков с одним накидом. 2 воздушных петли, 3 столбика с одним накидом. Получилась у нас вот такая ракушечка. Количество столбиков в высоту уменьшается по ходу вязания. Связалось 2 раппорта. Продолжаем вязать до конца 3-го ряда. Закончила я 3-й ряд. 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля и 1 столбик с одним накидом. В арочку вязали предыдущего ряда из воздушных петелек. Приступаем к вязанию 4-го ряда. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание на другую сторону. 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петельки. Далее по схеме вяжем 1 пышный столбик, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, в арку из цепочек предыдущего ряда, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и пышный столбик. 2 воздушные петли и веерочек из 2 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Так, 2 воздушные петли провязала. Далее вяжем 1 пышный столбик, состоящий из 2 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петельки. И вот здесь в основании вершину арки из цепочек провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петельки, 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петельки, 1 пышный столбик, состоящий из 2 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петельки. Вяжем ракушечку из 2 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петельки. 2 столбика с одним накидом. Провязали 1 раппорт. Приступаем к вязанию 2-го раппорта. 2 воздушных петельки. 1 столбик. Пышный столбик, состоящий из 2 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петельки. Вяжем веерочек, состоящий из 2 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петли. 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли. 1 пышный столбик. Две воздушные петли, ракушечку из 2 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Провязали 2 раппорта. Такой узор у нас получается. Продолжаю вязание до конца ряда. Закончила ряд 2 столбиками с одним накидом, 1 воздушная петля и 1 столбик с одним накидом. 4 петельки подъема, поворачиваем вязание и приступаем к вязанию
пятого ряда пышный столбик, 2 воздушные петли, ракушечка из 3 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 1 пышный столбик, 2 воздушные петли, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и повторение уже второго раппорта. Приступаем к вязанию пятого ряда. 4 воздушных петельки. Далее в арку из цепочек предыдущего ряда провязываем 1 пышный столбик. Так, тут вот 4 мало, надо 5 петель, потому что тянет вязание. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель подъема. Провязываем 1 пышный столбик. 2 петельки воздушных. Веерочек из 3 столбиков с одним накидом. 2 воздушных петельки. 3 столбика с одним накидом. Провязали, получилась такая ракушечка. 2 воздушных петельки, 1 пышный столбик из 2 столбиков с одним накидом, с общей вершиной 2 воздушных петельки. Здесь вот уже в арку цепочек предыдущего ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 пышный столбик из 2 столбиков с одним накидом, с общей вершиной 2 воздушные петельки, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки, 1, 2, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки, 1 пышный столбик. Две воздушные петельки и один столбик с одним накидом. Провязала я 2 раппорта. 1, 2. Продолжаем вязание до конца ряда. Пятый ряд закончила вязать 2 воздушными петельками и 1 столбиком с одним накидом. Последний столбик. Приступаем к вязанию шестого ряда. 4 петельки воздушных подъема, разворачиваем вязание. Шестой ряд. 4 петельки подъема, 1 пышный столбик, 2 воздушных петли, ракушечка из 4 столбиков с одним накидом, 2 воздушных петли, 1 столбик воздушный, 2 воздушных петли, 1, то есть 1 пышный столбик, 2 воздушных петли, ракушечка из 8 столбиков с одним накидом. Приступаем к вязанию шестого ряда. 4 петли подъема, 1 пышный столбик, 2 воздушных петельки. Провязываем веерочек из 4 столбиков с одним накидом. 2 воздушных петельки. В это же основание еще провязываем 4 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки. 1 пышный столбик. Провязали. 2 воздушных петельки. Пропускаем вот 1 столбик с одним накидом в предыдущем ряду. И между пышным столбиком и ракушечкой провязываем 1 пышный столбик. Из 2 столбиков с одним накидом. 2 воздушных петельки. Ракушечка, то есть веерочек из 4 столбиков с одним накидом. 2 воздушных петельки.
Веерочек из 4 столбиков с одним накидом. Две воздушные петельки. Один пышный столбик из 2 столбиков с одним накидом. Провязали 2 раппорта. Далее вяжем до конца ряда. Закончила вязание 6 ряда. 2 воздушных петельки по схеме указано 1, я сделала 2, чтобы не тянули вязание, и 1 столбик с одним накидом в цепочку подъема предыдущего ряда. Приступаем к вязанию 7 ряда. 4 воздушных петельки подъема, 1 пышный столбик, 2 воздушных петельки, 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли, 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли, 1 пышный столбик в цепочку предыдущего ряда, 2 воздушные петли, 1 пышный столбик, 2 воздушные петли, и вяжем ракушечку. Тут уже 10 столбиков с одним накидом. Приступаем к вязанию 7 ряда. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Вывязываем 1 пышный столбик, 2 воздушных петельки, вяжем ракушечку из 10 столбиков с одним накидом. Веерочек вяжем из 5 столбиков с одним накидом. Провязала 2 воздушных петли. Еще один веерочек из 5 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5. Вот получилась у нас такая ракушечка. 5 плюс 5 столбиков с одним накидом. 2 воздушных петельки. И вот в арку из цепочек из 2 воздушных петелек между пышными столбиками провязываем 1 пышный столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, еще 1 пышный столбик, состоящий из 2 столбиков с одним накидом, 2 воздушных петельки, и в ракушечку вяжем уже ракушечку, состоящую из 10 столбиков с одним накидом. То есть веерочек из 5 провязала из 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушных петли, еще один веерочек провязываю из 5 столбиков с одним накидом. Две воздушных петельки. Здесь провязываем мы 1 пышный столбик, 2 воздушные петельки, 1 пышный столбик. Провязала таким образом 2 раппорта. Продолжаем вязание до конца 7 ряда. Закончила вязать 7 ряд. 1 пышный столбик, 1 воздушная петля и 1 столбик с одним накидом. 7 ряд – это повторение 1 ряда. Только уже рисунок в шахматном порядке располагается. 8 ряд – на основании 2 ряда. Повторение 9 ряд, 3 ряд, повторение 3 ряда. Я хочу связать за кадром до 12 ряда, может быть, даже до 14 ряда. И покажу вам, что у меня получилось. Схему вязания основного узора вы можете увидеть в конце видео. А также в конце видео будет схемы, как запускать горловину, вывязывать горловину и рукава. Продолжаю вязание за кадром. Связала я образец до 14 ряда, вот по этой схеме. Вот что у меня получилось. Образец я отпарила. Давайте посмотрим,
Какая ширина образца и высота? Так, связано 14 рядов в высоту. Вязала я из пряжи коко. 240 метров в 50 граммах, 12 сантиметров высота узора из 14 рядов и 3 раппорта я вязала, в ширину это 17 сантиметров. Узор вяжется на одном дыхании, очень легко и быстро. И посмотрите, он какой восхитительный, красивый, ажурный. Обязательно, девочки, свяжите кофточку, либо топик. Связать можно топик за 1-2 дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Надеюсь, видео вам понравилось. Мастер-класс был понятным и доступным каждому. С вами была Елена. Всем пока-пока. До встречи на новых мастер-классах.